Всем привет! Всем привет! Вы находитесь на канале Лиска Китти. Да. Сегодня мы с Алисой будем изучать буквочку И. Да. Вот такая буквочка И. Сегодня мы ее изучим. Да. Нет ни одного слова, которое начинается на букву И. Зато эта буква есть в самих словах. Она встречается в середине и в конце некоторых слов. Доча, какие есть слова, где присутствует буквочка И? Дыня. Дыню, правильно, умничка. А еще есть слово коты. Так, коты. В конце этого слова буквочка И. Это значит много, да? Коты, много котов. Цыпленок. Цып-цып. Цып-цып, правильно. Крыша. Баба. Крыша. Мышка. Мышка. Пи-пи-пи, мышка говорит. Сыр. Сыр. В середине этого слова буквочка И. Пи-пи-пи, я сейчас сыр. Часы. Часы. Часы, да. Мартышка. Мартышка. Банан-банан-чем. Лыжи. Лыжа-да-да. Рыба. Рыба, я попробую, а не свои. Мыло. Мыло. Я скользкая, я всегда мыло. Бык. Бык. Покажи, какие рога у быка. Ух, какие рога у быка. Ого-го. Я спрятан. Ушел бык. Ушел. Дым. Дым. Ту-ту. Усы. Оп, тут, смотри на уши. Ай, вот новые усы у меня есть. Разноцветные усы. Да. Вот такие есть слова с буквочкой И. Ребята, а какие вы знаете слова с буквочкой И? Напишите в комментариях. Нам очень интересно. А теперь найдем буквочку И в книжках. Открыли первую книжечку. Ищем буковку И. Смотрите. Здесь есть буквочка И? Нету. Правильно. Нету тут. Это дальше моя. Смотрим. Нету. Молодцы. Это мои поняшки, кстати. Угу. Здесь посмотрите. Нету. А здесь? Нету. Правильно. Дальше. Нету. Молодцы. Здесь посмотрите. Нету. Точно? Точно. Правильно. Теперь здесь. Нету. А здесь? Нету. Хорошо посмотрели. Стой. Еще получше посмотрите. Ну, конечно. Вот она, буквочка И. Я просто ее чуть-чуть не узнала. Не узнала? Найдите теперь кнопочку с буквочкой И. Буква И. Мыло. Как вода. Да, правильно. Теперь прочитаем задание. Какой из этих предметов не хранят в ванной? Можно я? Угу. Покажи на картинке, какой предмет не хранят в ванной. Вот этот. А что это? Замок. Замок. Правильно, ванна не хранится. Найди в слове мыло буквочку И. Угу. Молодцы. Выполнили в этой книжечке задание. Открываем следующую. Открыли вторую книжечку. Надо найти слово, в которой есть буква И. Давай я найду. Вот это. А что там нарисовано? Тыквы. Тыква. В слове тыква есть буквочка И. Найди в слове тыква букву И. Вот она. Правильно. Найди наклеечку букву И. Вот. Молодчинка. Правильно. Приклеила Алиса буквочку И к тыкве. Найди карточку с буквочкой И. А можно мы вместе? Угу. Молодцы, поняшки.
Написано на карточке «бык». Да. Покажи в слове «бык» буквочку «и». Правильно. Здесь есть буквочка «и»? Нет. Молодцы. А здесь есть буквочка «и»? Нету. Правильно. А на этой карточке есть буквочка «и»? Нету. Умничка. И еще одна карточка? Нету. Есть! Вот она. Да, вот она. Ой, какие молодцы. Поняшки, Лиска. Нашли в слове «рыба» буквочку «и». Найди буквочку «и». Ого, так по-быстренькому. И сколько у нас буквочки «и» тут? Три. Три. Молодцы. Найди букву «и». О, вот она. Мы тоже нашли. Точно они нашли? Точно. Мы нашли. Вот. Ну, это ж неправильно они нашли. А у меня? А у тебя правильно. Пинки Пай нашла правильно буквочку «и». А другие поняшки нет. Не справились с заданием. Найди букву «и». Мы уже нашли. Вот же она, вот же она. Нету. Пинки Пай говорит, что нету здесь буквочки. А мы нашли. А другие поньки опять понаходили что-то. Неправильно они нашли буквочки. А Пинки Пай сказала верно. Нету здесь буквочки. Пинки Пай, тебе 5 за задание. Сегодня я расскажу тебе сказку про букву «ы». Есть в этой букве какая-то загадка, некая таинственность странного символа. Когда произносишь эту букву отдельно, то звук, который получается, не похож ни на что больше. Он напоминает то рык зверя, то еще что-то. И все зависит от того, как именно произнести букву «ы». Вот такая загадочная, таинственная буква «ы». А я знаю. А еще буква «ы» немного волшебница. У нее есть... Живая палочка? Нет. У нее есть шляпа, как у фокусника. И когда буква «ы» что-нибудь в нее ложит, например, конфетку, а затем переворачивают шляпу, то из нее высыпаются конфеты. Много конфет. Представляешь? Одну конфетку положила в шляпу и много-много высыпалось. Вот бы нам такую шляпку. Где? Или такую букву. Нет. Нет? Но это ж она волшебница, а не шляпа. Какой бы она предмет ни положила в шляпу, то его становится много. Она иногда устраивала представление и показывала фокусы своим друзьям-буквам. А помогала ей ее домашний питомец крыса Моня. А, Моня. Буква «ы» Моню очень любила. Они все делали вместе. И гуляли, и отдыхали, и готовили, и кушали, и спали, и даже мылись вместе. В общем, были неразлучными друзьями. Как-то утром буква «ы» и Моня завтракали своими любимыми лакомствами. Какими? «ы» кушала наивкуснейшую дыню, а крыса Моня свой обожаемый сыр. Они пойти ли нам сегодня в лес собирать грибы и ягоды? Спросила у своего питомца буква «ы». А он что, говоришь, питомец? Моня начала радостно прыгать, соглашаясь с буквой «ы». Доели они вкусняшки, взяли корзинки и пошли в лес. Шли они, шли по лесу, насобирали уже полную корзину грибов. И вот им попался большой куст с ягодой. «Моня, давай насобираем с этого куста ягоды и пойдем домой, а то уже поздно и устали мы с тобой», — сказала буква «ы». И вдруг из кустов выпрыгнул зайчик и говорит: «Это мой куст, я первый его нашел. Говорите, кто вы такие, а то я не разрешу нарвать вам ягоду с моего куста». Ух, какой заяц вредный. Все можно, это общий куст. Ну, конечно. В лесу растет общий кустик, а он себе его захапал, да? Да. Такой мой кустик, я его буду есть. Какой есть? Собирать. Собирать ягоду, да? Я буква «ы», а это мой питомец крыса Моня. А, я знаю, вы из алфавита. Но раз ты буква, скажи, какие слова с тебя начинаются. Нет ни одного такого слова. Однако я очень нужная буква. И пусть меня нет в начале слов, но зато я встречаюсь в середине слов и в конце.
Нет, я тебе не верю. Если с тебя не начинается ни одно слово, значит, ты не буква или ненужная буква. Я вам не дам ягоды, уходите, сказал заяц. Хорошо, мы уйдем, но ты скоро поймешь, что был неправ. И как только буква И ушла, в лесу начали происходить непонятные вещи. Исчезли почти все ягоды в лесу, все грибы, кусты, и даже животные начали исчезать. Представляешь? А зайчик сам не исчез? Ну, зайчик сам нет. Созвал царь леса медведь звериный совет и говорит: кто знает, что происходит у нас в лесу? Почему все исчезает? Скоро нам совсем станет нечего есть, и всех зверей стало по одному. Это же просто какой-то конец света. Звери начали переглядываться, пожимать плечами. Что же нам делать? Вздохнул медведь. А зайчик, который обидел букву И, вдруг все понял, что натворил. Это я виноват, сказал он. Я обидел букву И. Сказал, что она ненужная буква. Из-за этого, чего было много, стало по одному. Что же ты наделал, заяц? Ну хорошо, хоть сознался. Надо тебе все исправить. Иди к букве И и извинись перед ней. Пошел заяц к алфавиту. Проходя мимо лесного озера, он увидел букву И и крысу Моню. Они ловили рыбу. Здравствуй, буква И. Я пришел, чтобы извиниться перед тобой. Я понял, какая ты нужная буква. Хорошо. Раз ты все понял, я верну все на свои места. Огромное спасибо, радостно запрыгал зайчик. Мы сейчас с Моней собираемся устроить пикник. Если хочешь, присоединяйся. Зайчик призадумался. Я сейчас, крикнул он и убежал. За ягодами, наверное. Там, ты думаешь, за ягодками убежал? Ничего себе. Ну, слушай дальше. Вернулся зайчик с полной корзиной разных ягод. Да, ты угадала. Молодчинка. Ого, какой ты молодец, сказала буква И. И крыса Моня тоже очень обрадовалась такому подарку. Расстелили они все для пикника, сварили ухи из рыбы, кушали ягоды, конфеты, еще разные вкусняшки. И радовались, что на свете всего много. Вот такая сказка про букву И. Короткая. Короткая? Тебе надо длиннее, что ли? Тебе понравилось хоть? Да. Да, хорошая сказочка. Мне тоже очень понравилась. Изучили мы с Алисой сегодня буквочку И. Покажи буквочку. Вот такая буквочка И. Сегодня мы ее изучали. Да, да, смотрите на мои глаза, любимые. Подписывайтесь на канал, ставьте, пока-пока. Пока-пока всем. Изучайте с нами буковки. Смотрите, как мои пончики могут.